Я купила подушку, она была у меня уже месяц где-то, но она была все время твердая, что называется, на кирпиче спишь. Просто спишь на кирпиче. Да. Я положила ее под голову и так смотрю фильм, и я просто вот внедрилась в него. Фильм очень интересный был, у меня был просто шок от того, что услышала, что у меня подушка начала под головой превращаться в сферу. И я так ощущаю, как это кирпич, и тут под головой вот что-то такое. Вот это меня просто потрясло, а потом я стала, вот у кого подушки есть, я говорю, выберите, вот ну, между рук ее просто, начинайте читать «Отче наш». Угу. Она мгновенно. Причем этот кульбит получается у всех. Даже если она дубовая, человек на нее читает молитву, она реагирует. Вот, ну шок у людей у всех, если начинают вот это пробовать и вот это делать. Да. И она работает. То есть получается, она выводит тебя сразу наверх. Да. Ты читаешь, мгновенно выход такой очень мощный. Да. То есть вот это вот у меня было на самом-то деле совершенно неосознанное впечатление от вот этого, когда смотришь фильм, и ты совершенно не думаешь, что это подушка у тебя там под головой, и она вот так вот реагирует. То есть это, конечно, было. И людям даю пробовать, которые вот приходят и начинают вот ощущать. Сначала она в руках становится, естественно, если первый раз берет, она твердеет. Начинает работать, она превращается в такой шарик. Это у людей вызывает такой восторг, как у детей.